Президент России Владимир Путин поручил ускорить создание нормативной документации, которая позволит строить в России высотные деревянные дома выше 12 этажей. Распоряжение было отдано на совещании по вопросам развития строительной отрасли. При этом Путин отметил, что не представляет себе, как можно строить высотные дома из дерева. Министр строительства ответил, что конструктивная база для строительства четырехэтажных индивидуальных деревянных домов уже готова, а сейчас проходят экспертизу технические решения для девятиэтажных деревянных жилых домов. Есть, правда, вопросы. Вот я просил внести изменения в законодательство до 1 июня 2023 года. Сделать более доступными строительство собственного деревянного домостроения. Но пока это, к сожалению, не сделано. Я прошу министерство, конечно, завершить эту работу. Согласование, что там, согласование нужно провести, да? Владимир Владимирович, надо завершить нам работу. Мы конструктивную часть все завершили. То есть сегодня, вот у нас и представитель тоже здесь есть, четырехэтажные дома мы можем строить деревянные. Ну, индивидуально, естественно. Сейчас у нас девятиэтажный жилой дом находится в экспертизе. Значит, мы с государством, с пожарной службой должны завершить испытания вот этого девятиэтажного дома и получить право на то, чтобы деревянные дома девятиэтажные тоже строить. Да, я видел, даже речь идет о том, чтобы строить 12-этажные деревянные дома. Выше, я, да. Честно говоря, даже не представляю, как это возможно. Деревянные дома. Технически мы видим, в мире строятся, поэтому... Ну, естественно, сегодня и в России появились производства, которые могут это делать. Вот. Ну, надо завершить, может, быстрее. Если нужно, мы как-то подпишем. Бумаги остались, Владимир Владимирович. Вот сожгем вместе с Куренковым этот объект, значит, отработаем конструктивную и пожарную безопасность и сумеем такие объекты тоже строить. А сейчас активно идет четырехэтажная пока. Ну, не затягивайте. Сделайте как можно быстрее.